как же достали эти раскаленные шары и прочая фигня, которая вообще не забивает наши головы ничем полезным? Как же достали эти клипбейты, на которых нас разводят как свиней на порцию корма? Как же достали эти требователи лайков и подписок? Мы доллары в их глазах, мы заработок для них. Я не говорю ничего против заработка рекламы на ютубе, но если ты хочешь зарабатывать на видео, будь добр, сука, представлять качественный контент. Разве вы не видите, что мы перестали развиваться? Многие перестали мечтать. Многие вообще потеряли в себе человечность. И я, Джаспер де Шевалье, даю свою присягу на качественный контент. То, что умер, умереть не может. Я не оставлю сил на обратную дорогу, не брошу жену и не предам близкого Камбаса. У меня мало друзей, и я готов посвятить свою жизнь годному контенту, ибо не продамся за дешевую рекламу, ибо очи мои бомбят от шаров не небесных. Это был песочек, сука.